Мистер Роланд, вас не было так давно. Ваши канцелярские крысы с ФБР могут найти убийц Шеридана, полковник Эмос. Я сомневаюсь в этом. Держите свое мнение при себе, генерал Каррингтон. Как вам известно, для ведения расследования нам нужны доказательства. Я проведу свое расследование. Слышишь, Эмос? Свое. Номер 13 скоро перестанет быть проблемой. Фрэнк, это Джен. Я закончила обход. Я все еще нужна тебе там? Хорошо, тогда я возвращаюсь. Похоже, сегодня все будет спокойно, а? Ты видел, какая вода была сегодня утром? Подожди, что это? Погоди, я перезвоню тебе. Сэр, вы слышите меня? Спокойно. Похоже на пулевое ранение. Вы можете идти? Я ничего не помню. А вы сможете дойти до машины? Я отвезу вас на спасательную станцию. Попробуйте идти. Осторожнее. Черт. Хелен, это Дженнет. Я только что подобрала раненого человека на Брайтон-Бич. У него нет документов, и он ничего не помнит. Ему нужно как можно быстрее сделать томографию. Через час? Отлично, мы уже в пути.
Как вы себя чувствуете? Все еще ничего не помните? Я нашла этот ключ в вашем кармане. Вы когда-нибудь слышали о банке Уинслоу? Держите. Кто это? Алло? Да? Ты не вовремя. Скажи мангусту, что мы заметили цель. Я сообщу, когда все будет кончено. Сюда! Он жив! Но это плохой форм! Стоять! Пришло время расплаты! На этот раз тебя не уйдет! Позволить ему уничтожить его. Мне нужен ключ в сейф. Ты не сможешь Thank you.
Пройдите, пожалуйста, к окошку, сэр. Мистер Роланд, вас не было так давно. Я полагаю, вы хотите открыть свой сейф? Можно ваш ключ? Сюда, пожалуйста. Как видите, мы обновили нашу систему безопасности. В современном мире предосторожности никогда не бывают лишними, правда? Привет, Джеймс. Мистер Роланд хочет открыть свой сейф. Здравствуйте, мистер Роланд. Он все так же, в дальнем конце комнаты. Позвоните мне, когда будете готовы выйти. Таймер. Они заглотили наживку. Здесь все доказательства. 20-й готов убивать, только чтобы заполучить эти документы. Мы обвиним их всех. От 20-го номера до номера первого. Что ты планируешь делать на этом корабле? Конфиденциально, да? Ого, я понимаю. Если это опять одна из идей этой девочки, я бы на твоем месте поостереглась. От нее одни проблемы. Давай, установи бомбу. Мистер Роланд, что происходит? Я попал в свою собственную ловушку. Ну и ну. Я не понимаю, как работает эта охранная система. О, как... Без паники, пожалуйста, сохраняйте спокойствие.
все еще жив! Информируй мангуста! Доставь его сюда немедленно! Сборище идиотов! Этот сигнал тревоги выводит меня из себя. Если бы этот грабитель захватил заложника, мы могли бы отключить этот трезвон. Ох, боже мой!
Роланд, вы арестованы по обвинению в убийстве Уильяма Шеридана. Амнезия, да? Да уж, это самая лучшая защита. У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Зачем тут адвокат, когда я ничего не помню? В своих показаниях вы указали, что не чувствуете себя убийцей. Как трогательно. Но закон не опирается на чувства, вы ведь это понимаете? Он опирается на доказательства, которых у меня в избытке. Эмери, снимки, пожалуйста. Посмотрите на эту фотографию. Видите эту дырку на затылке? Откуда был сделан выстрел, как вы думаете? Из вот этого здания, вот здесь, видите? Как раз на прямой линии. А кто у нас здесь? Мне принести зеркало, или вы сами, наконец, признаетесь в убийстве? Агент Скотт, на первой линии. Итак, где же это досье? Вы не поверите в это, полковник? Военное досье Стива Роланда пропало из Пентагона. Я не уверен, что ваш человек был убит на задании в Мексике 2 года назад. Да уж, его вдова удивится. Но прежде чем мы объявим о вашем воскрешении, капитан Рон... Что, черт возьми, происходит здесь? Эй! Не шевелись. Я освобожу тебя от этих наручников. Рада видеть тебя опять, Стив. Послушай, Мангуст нашел тебя. Встретимся на крыше, только умоляю тебя, не стреляй в агентов ФБР, хорошо? Это девочка из банка. Это нелепо! Постой! Они только что взорвали дверь или... А? Что? Они понимают, с кем они имеют дело?
вглубь здания! Что они хотят? Я не знаю, но у них есть... Где вы держите подозреваемого? Thank you.
Этот пол весь прогнил! Алам! Аларм! Аларм! Есть секретные офисы в Бруклине. Вот туда-то и был переведен наш парень. Быстрее. Эй, сюда. Ну вот мы опять встретились. Но ты, похоже, меня не узнаешь. Поверить не могу. Ты действительно потерял память. Кто вы? Я майор Джонс, первый помощник генерала Каррингтона. Тебе это ничего не говорит? Каррингтон пропал 3 дня назад. Он вел параллельное расследование покушения на президента Шеридана. Он единственный, кто может вытащить тебя из этого дерьма. Мы не можем оставаться здесь. Пошли через стену. Сюда! Я пойду первой. Я ожидаю звонка от осведомителя. Он знает, где они держат Каррингтона. Вон там, с женщиной! Сюда! Они слишком далеко. Используй оптический прицел. Спускайся с другой стороны. Я прикрою тебя.
Алам! Песня «Подмосковные вечера». Все чисто. Разбегись. Ужас? О чем ты говоришь? Это тебе не вест. Кроме того, все эти дуэли на диком западе. Вот сзади! Ковбои сейчас уже не те, что были раньше. Осторожно, снайпер! Нет времени наслаждаться видом. Пошли. Вот, получайте.